К концу этого года в республике построят и введут в эксплуатацию 16 новых детских садов. Уточнения внесли в паспорт проекта, направленного на развитие дошкольного образования. Эти и другие вопросы сегодня рассмотрели на заседании Совета по стратегическому развитию при главе Чувашии. Детские сады запланированы и в городах, и районах республики. В Чебоксарах, Цивильске, Новочебоксарске, Канашском районе и других. 16 объектов, по словам министра образования Сергея Кудряшова, откроют до конца года. Еще один в Чебоксарском районе. Пока там ведутся переговоры с застройщиком, который просит дополнительное финансирование для выравнивания местности. Детские сады возводят в рамках национального проекта. Михаил Игнатьев напомнил, что прошел ровно год с подписания президентом России майских указов, которые предполагают реализацию во всех регионах национальных проектов, таких как демография, здравоохранение, образование и другие. Всего их 11. Общая сумма финансирования Чувашии из всех бюджетов на ближайшие 5 лет – более 77 миллиардов рублей. Мы сейчас тоже в муниципальное образование будем выезжать по тем объектам, инвестиционным характером, по капиталке, по дорожному хозяйству. Будем отслеживать, насколько вся управленческая команда по реализации этих мероприятий направлена на получение результаты и повышение благосостояния жителей Чувашской республики. На этот же результат нацелены и другие проекты. В сфере здравоохранения средства направят на оборудование и ремонт больниц. Жилье и городская среда предполагают строительство многоквартирных домов. К малому и среднему предпринимательству на селе благодаря госпрограммам привлекут не менее 350 человек. Это скорректированный сегодня целевой показатель 2024 года. Здесь больших рисков мы, Михаил Васильевич, не видим. Кроме этих 81 миллиона рублей, у нас еще есть действующие программы поддержки фермеров, около 250 миллионов рублей предусмотрены там. В целом, я думаю, все районы справятся, просто перекосы могут быть в некоторых районах. То есть некоторые создадут больше мест, некоторые меньше, но в целом результаты, цифры будут выполнены. Что касается благоустройства дворов и городских зон отдыха, на них в этом году выделяется рекордная сумма – почти 500 миллионов рублей. Благоустроить планируют почти 300 объектов. Михаил Игнатьев обозначил срок выполнения всех работ – до 1 ноября. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, «Республика».